Здравствуйте. Давайте поговорим немного про швейную машинку. От вас поступают вопросы каждый день. Именно какая машинка подходит, подходит ли моя швейная машинка и вообще именно про это. Шить корзины из шнура и стирочные салфетки можно на любой бытовой машинке, которая имеет ножной привод, так как вам нужны обе руки. Да, чтобы, соответственно, одной рукой поддерживать, другой самой всю процедуру проводить. У меня обычная бытовая швейная машинка фирмы Janome AMI-15. Подходит любая. Главное, чтобы машила техники зигзаг. Какие есть нюансы? У каждой машинки разные подъемы высоты лапки, может быть. Где-то больше, где-то меньше. Получается, поэтому, если также вопрос был про шнур, про джут 6 мм, главное, чтобы проходило под эту лапку, и все будет в порядке. Но смотрите, чем тяжелее ткань, материал именно, с чего мы шьем, например, джут, тем тяжелее самой швейной машинки. Она тратит свой энергоресурс, мотор свой износит, и все на свете. И она быстрее выходит из строя. Поэтому, если шьете вы немного и не часто, именно с джутом, именно шестерка, то, в принципе, подойдет бытовая машинка. Моя шестерку шьет. Я редко, так как мне ее жалко. Поэтому, в основном, шью четверку. Четверку тоже все равно джут, это тяжело для швейной машинки. Но нормально, мы шьем. Еще раз скажу, подойдет любая швейная машинка. Главное, чтобы была у нее строчка и зигзаг. И все. Надеюсь, у вас не осталось больше вопросов. Если что, пишите в комментариях, а мы на них ответим. Спасибо.